Друзья, и снова здравствуйте! Рада приветствовать всех у себя на канале. Сегодня хочу приготовить тортик из коллекции старых добрых рецептов, очень простой в приготовлении и в то же время вкусный, который пекла каждая хозяйка, не побоюсь этого слова, хотя бы раз. Это муравейник, чем-то напоминающий чак-чак. Итак, давайте приступим. В просеянную муку добавляем сахар, разрыхлитель, по щепотке соль и соду, нарезаем холодное сливочное масло, его можно просто порубить на кубики или натереть на терке. Растираем все в крошку, то же самое можно было сделать и в блендере. Далее добавляем яйца, сметану и замешиваем тесто. Готовое тесто делим на 3-4 равные части, накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник на 2 часа. Затем достаем по кусочку и натираем тесто на терке. Лучше всего, конечно, это все делать в муке, тогда тесто не слипнется. И затем, просеивая, распределить его ровным слоем на противне. Выпекать нужно в заранее разогретой духовке при 180-200 градусах до золотистого цвета, примерно 15 минут. Далее в сотейник кладем сливочное масло, добавляем к нему вареную сгущенку и мед. Все это нужно подогреть на слабом огне, пока масса не станет более однородной и жидкой. При постоянном помешивании просто доводим до кипения, варить не нужно. Готовый крем, пока он горячий, выливаем на крошку и быстренько все размешиваем.
Торт практически готов, осталось только сформировать его. Для этого нужно просто собрать его горкой, уплотнить хорошенько и сверху посыпать маком, орешками или полить медом. Ну вот, собственно, и все. Тортик из нашего детства готов. Нужно дать ему настояться в холодильнике пару часов, а лучше всего оставить его на ночь. Для того, чтобы он хорошенько пропитался. Если, конечно, у вас на это хватит терпения. Нам его явно не хватило, и мы решили его распробовать. Друзья, на этой сладкой ноте хочу с вами попрощаться, пожелать всем всего самого наилучшего, самое главное – здоровья, мира и благополучия всем нам. Спасибо, что были со мной. Всем удачи на кухне и до новых встреч у меня на канале.